Федерация парусного спорта России выбирает Анапу не случайно. Идеальная роза ветров в бухтах Анапы, Сукой и Утрюша привлекает серфингистов и их сменов. И такая непогода для них не препятствие. Правда, в заключительный день сборов, в субботу, когда пошел снег, организаторы запретили выход в море, так как среди их сменов есть совсем юные, 2003 года рождения мальчишки и девчонки. Зато для прощального обеда за общим столом и церемонии награждений романтичная погода. Самыми сильными командами оказались Санкт-Петербургская и Московская. У них первые места во всех подгруппах. Анапчане не отставали от лидеров. Анапский яхт-клуб отправлял на сборы 4 спортсменов. У нас 3-е и 2-е места в подгруппе младших школьников, девочек и мальчиков. Вот на чем ты победил? Ну-ка. На лавировке. Нам надо перекрещивать яхту. А если волна, там надо было не работать. То есть у тебя лавировка получилась. Сейчас ветром все нормально. Ты чувствуешь ветер, да? Наши победители сборов поедут в апреле в Геленджик на краевые соревнования парусников и рассчитывают подняться там на пьедестал почета.